Всегда найдутся люди, которые тянутся к самосовершенствованию. И в наш век технологий это стало делать еще проще и быстрее. Теперь этим можно заниматься хоть каждый день, при этом становясь лучше в разных областях. Специально для вас я собрал 10 приложений для Android, которые научат вас чему-то новому. Так что досмотрите до конца. А вы на канале sipdroid.ru, и мы начинаем. TED – официальное приложение одноименной конференции, которое поможет утолить ежедневную жажду знаний. В TED собрано более 2000 лекций на самые разные темы. Все видео снабжены субтитрами, и их можно скачать для офлайн просмотра, добавлять закладки и создавать плейлисты. Khan Academy. Приложение образовательного сервиса Khan Academy, с помощью которого можно бесплатно научиться практически чему угодно. В вашем распоряжении выше 10 тысяч микролекций в формате видео, статей и интерактивных упражнений, рассчитанных на людей с любым уровнем подготовки. Curiosity – вдохновляющее приложение, которое позволяет без лишних движений расширить свой кругозор и повышать уровень эрудиции. В Curiosity есть любопытные истории, бросающие вызов головоломке и занимательная статистика, а также удобный поиск, викторины и еженедельный дайджест материалов. Daily Art. Если вы всегда хотели разбираться в искусстве, но не знали, с чего начать, попробуйте Daily Art. С этим приложением вы получите доступ к коллекциям более 500 музеев по всему миру, сможете ежедневно знакомиться с классическими и современными произведениями искусства, а также их творцами. Blinkist. Blinkist выделяет из нон-фикшн книг самую суть, благодаря чему вы сможете читать по одной в день, тратя на это минимум времени. В библиотеке приложения более 2500 бестселлеров от бизнес-литературы до книг по самосовершенствованию, которые можно как читать, так и слушать в любое удобное время. Duolingo. Популярное приложение для изучения иностранных языков в игровом режиме. Пополняйте словарный запас, практикуйте слуховое и визуальное восприятие, тренируйте разговорные навыки. Шаг за шагом вы ежедневно будете приближаться к цели стать полиглотом. Memrise. Memrise помогает в развлекательной форме учить слова на английском и еще более 10 языках. Используя метод интервального запоминания и записанные носителем видео, приложение позволяет оттачивать разговорные навыки, ставить произношение и ежедневно пополнять свой словарный запас. Urban Dictionary. Приложение известного онлайн-словаря английского сленга, где всегда можно узнать значение непонятных слов и выражений. Ежедневно Urban Dictionary показывает слово дня, позволяя в ненавязчивой форме познавать неформальный английский. Musician. Чувствуете в себе нереализованные музыкальные амбиции? Попробуйте освоить гитару, укулеле или фортепиано, уделяя занятиям немного времени каждый день. Musician поможет настроить инструмент и проведет через все шаги обучения, от простых к самым сложным. В итоге вы сможете сыграть или спеть любую песню не хуже оригинального исполнителя. Anki. Приложение Anki поможет в освоении Python, HTML и JavaScript и других языков программирования. Выберите уровень подготовки и ежедневно проходите короткие уроки с упражнениями и мини-играми, чтобы улучшить свои навыки. Получился отличный топ, и я очень надеюсь, что он вам понравился. А в комментариях напишите, какими вы пользуетесь приложениями для саморазвития и какое, на ваш взгляд, самое лучшее. А для того, чтобы саморазвиваться еще быстрее, вам необходим подходящий смартфон. И как хорошо, что приобрести его вы сможете именно у нас в интернет-магазине sipdroid.ru. Здесь вы найдете огромное количество гаджетов и смартфонов на любой вкус и кошелек. А также на все смартфоны у нас действует скидка по промокоду. Просто введите его при оформлении и наслаждайтесь приятной ценой. Все ссылки вы найдете в описании. А вам, друзья, спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если видео вам понравилось. А для вас этот топ подготовил я, Игорь, и интернет-магазин sipdroid.ru. До скорых встреч!